Сегодня День России. Дорогих земляков с праздником Отечества поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. В этот день мы вспоминаем о важнейших событиях в жизни нашей страны, напоминаем себе о значимости новых планов и стремлений и о том, что защита национальных интересов и укрепление единства нашей прекрасной Родины являются приоритетом для россиян во все времена. Каждый из нас делает все, чтобы сохранить великое культурное и историческое наследие Отечества для наших детей и внуков, чтобы они тоже могли гордиться достижениями страны и приносить еще большую славу России. В этом стремлении мы едины с нашим лидером, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который всегда подчеркивает: нет ничего невозможного, когда путь озаряется любовью к Отечеству.